Друзья, мы находимся на складе в Тель-Авив Рамат Ган. Вот можно купить тут чего хочешь. Деревяшек. Правда, я еще не все спросил, что можно купить. Распрочный, формат на распрочный. Где посмотреть? Туда? Ну, сейчас мы посмотрим. Да. Закажу их штук 10. Вот такую по размерам хочешь заказать? Да, да. Чтобы они мне распилили по 2 метра. Потому что не войдет в самого. Тут у нас фанеры всякие, щиты. Там у нас МДФ. Здесь шпанированная. Сэндвич. Сейчас, секундочку. Так что не надо ходить и смотреть там, вот они все. Так, а здесь образцы досок стоят, какие можно купить. Тут на них размер идет. Вот верхушки все исписаны. Ну что, это сосна. Конечно, мы не видим твердых пород. Фурнитура. О, друзья, это фурнитура. О, причем неплохая. Там у нас краски, масла. Сейчас посмотрим, если масла хорошие. А это что? Да. Скобы, металлические шурупы. Ладно. Там очень большой город. Квартира номер 2. Или 32. Что здесь? Вундексмарт. Финиш. Финиш Wood Protection. Леколь Сугерец. На все, на любое дерево подходит. Естественно. А это Альбусисмарт. Друзья, ленточка Тангер, написано на иврите Масор, Серет, БС-280. Вес где-то около 30 килограммов, размер небольшой. Это уже в другом магазине. Вот, пожалуйста, его маркировка. Цена 659 шекелей. И в конце видео это рубанок.